Всем привет! Сегодня, как я и обещал, покажу бои на картах с захватом точек. Для вас я сделал подборку на всех 5 картах. Еще бонусом будет 6-я временная карта Хэллоуин. Она появилась в преддверии этого праздника, на который, думаю, все успели поиграть. А чтобы видео не было слишком длинным, я поделил его на 2 части. Приятного просмотра! Карта Тропический остров. На этой карте одна контрольная точка. Карта сравнительно небольшая. Так, здесь попробуем сразу пострелять со снайперки. Не попал в голову. Режим попробуем обойти точку. Вроде на мои товарищи уже точку перехватывают. Так, вот обходим. Нормально. Вот два их убрали. Сейчас со спины. Ой. Вот очень неудобно получилось. Надо перезаряжаться. Невозможно было переключиться на другое оружие. Не вовремя, в общем, закончились патроны, но нормально. Когда точка наша уже, можно вот задерживать их у респауна уже. Непосредственно ближе к их респауну подходим, либо обходим. Вот снайперы всегда убираем вот так. Хотя идем очень, очень плотно идем. 230 на 192. Но точка наша, это хорошо. Ой, что-то запутался, здесь надо вот переключиться. Было на дробовик, зачем-то на автомат переключился. Ошибка получилась. Так, вот идет борьба за точку. Если есть возможность пострелять с автомата, лучше стрелять. Нужно было стрелять вот здесь с автомата. Издалее. Потом уже бежать на точку. Там особого смысла нет, просто бежать тупо. Особенно, когда есть снайпер с дробовиком на точку. Сначала расстреливаем с автомата. Убиваем всех, расчищаем и сразу на точку бежим. Вот на точку никто не бежит. Надо вот... Здесь, я думаю, сам уже буду стоять на ней тогда. Ну, вроде неплохо получается пока. Killing spree. Так, спрячемся. Вот здесь можно как бы прятаться от атак за этим столбиком. Нормально. Ну, идем очень плотно. Очень плотно идем. Там, видимо, клан. Бой, потому что очень плотно идет. Но и в тот же момент они не спешат на точку. Точку саму захватывают почему-то. Потеряли здесь уже преимущество какое-либо. Вот он меня обошел немного. Но опять вот точку потеряли. Надо сразу точку захватывать. То есть сразу на точку бежим. Попробуем обойти снайпера. Вот никто не бежит на точку почему-то. Надо срочно точку захватывать. Вот, нормально. Вот сейчас как раз мы все на точке. И здесь главное ее уже оборонять. Так, буду на точке тогда стоять. Мои товарищи побежали отбегать. Вот сейчас снова возвращаем точку. Так, вот здесь надо, главное, успеть сразу дробовик быстренько достать.
тогда все нормально будет. Ну все, здесь мы выиграли. Так, карта Европа, площадь. Здесь уже три контрольных точки идет на этой карте. Карта здесь уже побольше. Как можно быстрее бежим на точку. Так, и здесь уже ждем. Как захватили точку, сразу к следующей там. Расстреливаем с автомата издали. Вот второй слева побежал. Так, убираем его тоже. Не успел повернуться, но нормально. Сразу следим, какие точки захвачены врагами, какие наши. Здесь их уже не будет, поэтому смело сюда бежим. Захватываем ее. И потом уже помогаем нашим товарищам. Так, слева вот. Что-то плохо, я попадал по нему, конечно. Так, второй и вот третий. Все хорошо получилось. Ну вот все практически три точки наши. Стараемся отсюда вот сразу расстрелять его. Все, бежим на точку теперь. И обороняем ее. Вот здесь вот видите, то есть он проворонил получается. Я его получается с автомата убрал. Пока он бежал на точку. Второго. Так, здесь кто с дробовиком? Не успел. Так, все точки теряем, теряем точки. Надо скорее... Ой, да мы здесь еще и проигрываем, оказывается. Надо очень быстро расстреливать. Второго, все нормально. Так, возвращаем точку. Бежим на Б. Надо срочно возвращать точку. Вот проигрывали из-за того, что точки потеряли. А здесь, когда три точки, если они уже не ваши, очень тяжело вернуть. Надо срочно здесь что-то делать. Так. Так, все, нормально. Возвращаем Б. Отлично. Вот все, наши три точки, и сразу же мы начинаем, уже даже мы выигрываем. Отлично. А, нет, еще даже не выигрываем. Здесь не 1000 надо очков набрать, а 1200. Поэтому еще есть у нас время. Так, отлично. Так, есть один. Есть второй. 1150 сейчас уже у нас. Ну, я думаю, здесь мы уже выиграем, если ничего не произойдет вдруг. Все, выиграли. Был напряженный бой. Ну, ребята такие были, не слабые. Хорошо сыграли. Так, карта Дикий Запад, Салун. Здесь одна контрольная точка. Карта небольшая, в принципе. Так, сразу бежим. Вот здесь сразу можно начинать отсюда, если у вас нет скаута. Пробуем вот первого. Так, все, двоих забрали, нормально.
той стороны всегда оттуда бегут практически, потому что вот за этими ящиками очень удобно стоять и расстреливать. Так, попробуем вот третьего. Киллинг спри попробуем. О, не успел его забрать. Ну, здесь ведем очень хорошо. Здесь 140-0. Здесь, я думаю, будет победа. Зря вышел оттуда с дробовиком. Думал, они рядом там стоят. Ну, что-то они слабо. Они проигрывают еще из-за того, что они даже на точку не бегут, а стоят возле респауна своего, расстреливают. Это вот и есть ошибка. На контроле точки, на контроле точек так нельзя делать. Вот, стоять, стрелять, когда точка не ваша. Ну вот, они точку захватили, теперь они могут нас атаковать спокойно. То есть нам сейчас срочно надо забирать точку. На контроле точек надо запомнить, всегда надо захватывать точку, если она не ваша. То есть не стоять там, расстреливать со своего респауна. А как есть возможность, сразу бежать на точку. Так, вот все, точка наша. Теперь можно их там тормозить у респауна. Расстреливаем. Все отлично. Вот, пожалуйста. То есть... Вот они и проигрывают из-за того, что мы уже их... Уже у респауна их задерживаем. Поэтому они даже к точке не могут подобраться. То есть вот здесь уже тактика. Правильная тактика. То есть мы им просто не даем к точке подобраться. Даем бой им уже у респауна. То есть им приходится отбиваться уже у респауна. Здесь главное сразу, как только вы появляетесь, бежите на пролом на... к точке. Уже там... Так, точка не наша. Так, захватываем точку. Вот они опять же стоят там все, всей командой у респауна. То есть вы можете увидеть по счету, почему вот они проигрывают даже. Тупо из-за того, что они просто стоят. Один вот из них бегает в точке, остальные все просто... пытаются расстрелять издали нас. Но нам это выгодно, получается, что мы можем просто с ними вести войну у респауна их, ну и все, охранять точку. Ну, здесь уже практически 100% победа. Убираем снайпера. Даже можно обойти, патроны закончились, как всегда, не вовремя. Так, здесь я проморгался. Ну вот. Здесь надо 1000 очков для победы. Вот мы сыграли 3 боя на картах с захватом точек. На следующих 3 картах мне удалось поиграть с топовыми игроками и против топового клана. Это вы увидите в следующем ролике. А если это видео тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока!